Водителей-нарушителей выявили на парковке крупного торгового центра в Химках. Целью рейда стали места, предназначенные для инвалидов. Зачастую на них можно увидеть машины без соответствующих льготных знаков. Из-за этого тем, кто действительно нуждается в парковке рядом с входом, мест не хватает. Куда-то подъехать поближе, чтобы тебе помогли доставить коляску, а ты не можешь, потому что в основном все места заняты. И вот как бы неприятное ощущение, но сейчас я очень рад, что вот здесь присутствует инспектор ГИБДД, и все быстро эвакуируется, площадка расчищается, и плюс ко всему люди, которых вот сейчас эвакуируют, да, они уже будут думать и понимать, что в следующий раз они уже так не поступят. Одним из нарушителей стал автолюбитель Роман. Молодой человек успел подойти к своей машине до того, как ее погрузил эвакуатор, но штраф все равно платить придется. Свою вину водитель безоговорочно признал и принес извинения. Подъехал, занял инвалидное место, был неправ. Понес наказание в виде штрафа. Здесь, в принципе, нарушение очевидно. Здесь и отчетливо видна линия разметки, отчетливо видны знаки. Поэтому водитель просто очень торопился, он ни на что не посмотрел, припарковал свой автомобиль. И, естественно, когда он вышел, ему указали на его нарушение, он с ним полностью согласился, не оспаривал. Рейд провели сотрудники ГИБДД, активисты общества инвалидов и представители управления социальной защиты населения. 4 машины нарушителей опечатали и отправили на спецстоянку. Наказанием для водителей станет внушительный штраф – 5000 рублей и оплата эвакуации. Подобные рейды проходят в Химках несколько раз в месяц. Статистика показывает, что нарушителей становится все меньше.